Видишь, чувствуешь, это яснознание. Пожалуйста, что такое яснознание? Яснознание – это чрезвычайно широко развитая интуиция. Она настолько развита, что приходит событие само по себе, и ты понимаешь, что оно будет. То есть человек говорит так, да ты выйдешь замуж, и потом человек выходит замуж. Это сработало и так повторяется многократно. Вот это называется яснознание. Яснознание очень несложно. Кто были такие люди, которые обладали чрезвычайно развитым яснознанием? Один из самых, наверное, чрезвычайно таких удивительных йогинов, которые были, у которых было очень развитое сознание, был Тензин Нагцо Ринпоче. Тензин Нагцо Ринпоче, он говорил, я ничего не вижу, я ничего, но он запросто предсказывал события. То есть он их не видел, он их никак не чувствовал, он их просто предсказывал. Он говорил, и это все свершалось. Поэтому он старался вести себя молчаливо и там никому ничего не предсказывал. Как развиваются такие чувства? Или как развивается такое яснознание? Ну, я вам могу сказать словами Тензина Нагцо Ринпоче. Он сказал, что я свое яснознание, я его развил при помощи мантры «Ом Гаты Гате», Пара Гате, Парасам Гате, Бодхи Соха. То есть, да, действительно, если человек читает данную мантру, Ом Гате Гате, Пара Гате, Парасам Гате, Бодхи Соха, то он развивает яснознание. Это мантра мудрости и яснознания, любимая мантра, вот как раз Тензина Нагцо Ринпоче. Также хочу сказать, что, да, действительно, как это все происходит. Вот едете на автобусе и... впереди на дороге пробка, и до этого вы ехали в автобусе и была впереди пробка, и ничего вы не придумали. А так вы едете в автобусе, и у вас сразу же появляется: о, впереди сейчас пробка будет, остановились пробки. Или идете куда-то, говорите, там магазин, наверное, закрыт, пришли, да, магазин закрыт. Или, а, у меня одежда это там не постирана, а она не постирана. А чем отличается от интуиции? Яснознание — это больше определенное качество, когда 100% сказал и уверен. А интуиция как бы гипотетически предположил. Наверное, вот так будет. То есть это отличается. Еще яснознание — это четкое понимание ответа. Там четкое понимание ответа, там изменяет или не изменяет. Четко может человек сказать, там изменяет. А интуиция — это когда... кажется, как бы, знаете, но еще не факт. А интуиция как развивается? Интуиция развивается через мантру. Как яснознание еще развить? Есть такая мантра: аним ахом еще. Так и интуиция, и сознание. Или гаты гаты парагаты парасангаты бодхи соха.